В Тюменской области стартовал третий этап спартакиады среди допризывной молодежи. Состязания начались на территории батальона обеспечения образовательного процесса ТВИКУ. Всего участвуют 7 команд, каждой по 6 человек. Это ребята в возрасте от 14 до 17 лет. Они приехали из разных районов и городов области. Юношам предстоит два вида испытаний – плавание и военное многоборье. Например, участники должны преодолеть дистанцию в 3 километра и пройти большую полосу препятствий. Было самое тяжелое – перелезть через окно. Это, и добросить гранату. Было тяжело очень. Вымотался сильно. Добавлю, что на месте работают судьи. Они обращают внимание на время, за которое участники проходят испытания. И кроме того, есть и другие правила. Каждый элемент нужно выполнить на определенное время. Каждый ребенок, который выполняет нормативы в соответствии с требованиями, им присваиваются спортивные разряды. Команды приехали у нас сильные, которые уже не первый год есть. Команды принимают участие в данной спартакиаде, поэтому борьба будет у нас серьезная.